Москве на гребном канале «Крылатская». И начинаем церемонию открытия международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ на Кубок президента Российской Федерации. И в начале нашей церемонии мы хотим познакомить вас с хореографическим ансамблем «Русы» фольклорного центра Людмилы Рюминой «Барыня». Встречаем! Участникам и гостям международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ на Кубок президента Российской Федерации. Уважаемые друзья, приветствую вас на международных соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ на Кубок президента Российской Федерации. Эти представительные состязания стали уже традиционными. Прочно утвердились в календаре Международной Федерации каноэ. По праву завоевали высокий авторитет. Добрые традиции стало участие в них как опытных признанных мастеров, так и нацеленной на успех молодежи. И это придает турниру особую остроту и особую зрелищность, которую так ценят болельщики. И, конечно, отмечу, что в настоящую программу нынешнего турнира включены показательные заезды и в олимпийских, и олимпийских спортивных дисциплин. Ladies and gentlemen, to the participants and guests of the International Rowing Competition, Russian Federation President Canoeing Cup. Dear friends, welcome to the International Competition, Russian Federation President Canoeing Cup. This representative event has become traditional and has taken its firm place in the calendar of International Canoe Federation, enjoying, justly so, a high authority. The participation of seasoned masters of rowing and up-and-coming paddlers has become a good tradition, and this adds up to this tournament a special intrigue and spectacular character, so much appreciated by the fans. Запомнится честным соперничеством и бескомпромиссной борьбой. И, конечно, будут способствовать популяризации гребли, красивого, динамичного вида спорта. Желаю всем удачи и незабываемых впечатлений. Президент Российской Федерации Владимир Путин. I'm confident that the competition will be held at a worthy level and will be remembered thanks to their fair play character and uncompromising fight. And of course, they will contribute to the further popularization of rowing, this beautiful and dynamic sport. I wish all the participants unforgettable memories and the best of luck. President of the Russian Federation, Vladimir Putin. К микрофону приглашается руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы, олимпийский чемпион Николай Алексеевич Гуляев. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые любители гребли на байдарках и каноэ. Разрешите мне от имени правительства Москвы поприветствовать участников и гостей Кубка президента по этому замечательному виду спорта, пожелать участникам легкой воды, ну а нам с вами в эту замечательную погоду получить удовольствие, наблюдая за соревнованиями лучших спортсменов мира. Спасибо. Dear friends, dear lovers of rowing, I would like on behalf of the Russian, of the Moscow City Department of Sports and Tourism to wish the best of luck and welcome you here at the Russian President's Canoeing Cup 2018. So all is allowed for me to do is wish you all the best of luck and light water to the athletes and to all of us spectators. May we all thoroughly enjoy this event, thanks, namely, to this beautiful weather. Сегодня отличная погода. Нам повезло. Today is a great weather and we are really lucky. Нас не так много, но, видимо, это самое
самые серьезные поклонники гребли на байдарках каноэ. We have gathered here the most serious fans of rowing and canoeing. Соревнования на Кубок президента России проводятся традиционно практически год в год. Это седьмой кубок. I would like to say that the Russian Federation President's Canoeing Cup is almost tradition year on year. It's the seventh edition of this event. На Кубке выступают одни из самых сильнейших гребцов мира. One of the world's strongest paddlers take part in this competition. Будет серьезная борьба. We anticipate really a close fight. Я думаю, все, кто пришли, не пожалеют. And I'm sure that all those who came here will not regret it. Мы традиционно объявляем международные соревнования на Кубок президента России открытыми. And now traditionally I declare open the Russian Federation President Canoeing Cup 2018. Thank you. Я думаю, что все мы получили огромное удовольствие, болея за наших ребят, за наших девчонок. Понятно, что Кубок президента – это подготовка к более фундаментальным соревнованиям, чемпионатам мира, Олимпийских игр. Тем не менее, я считаю, что все удалось. У нас сейчас в Москве прекрасные условия для проведения соревнований по гребле на байдарках и каноэ. Надеюсь, что эти условия и тот труд, который прилагают ребята, воплотятся в будущие олимпийские медали. Сердечно всех поздравляю с проведением Кубка. Желаю дальнейших успехов. Спасибо.